Чё, еда в машине? Потом позже приходите. Рыжики такие прикольные. Потом попозже покормлю. Всем привет! Приехал я сегодня на водохранилище поискать, половить рыбешку. В прошлом году я где-то здесь нашел ямку неплохую, где ловил довольно крупную воблу. Сейчас с прошлого года я точно не помню, где это было. Где-то вот между двумя здесь островками. Впрочем, я сейчас буду делать лунки, мерить глубину. Ну и, разумеется, взял подводную камеру. Буду опускать, смотреть, где есть рыба, где нет рыбы. Ну и таким же образом постараюсь найти свою ямку, в которой я в прошлом году рыбачил. Прикормки, наживки всего набрал сегодня с собой. Так что думаю, рыбу сегодня мы должны найти, половить. Все, всем приятного просмотра. Поехали! Так, ну что, начнем с первой лунки засверленной. Вообще, вот эту камеру я именно сюда покупал для этой рыбалки. А на форели-то уже так, по ходу дела. Ну, не знаю, здесь вот в заливе именно вода прозрачная, нет, будет вообще что-то видно. Ну да, вода довольно прозрачная. Но рыбы не видать. Сейчас я померю глубину. Так, на дно опустил. Так, что это? Раз. Где-то 2,5 метра. Мне надо искать где-то здесь. 3-4 метра должно быть. В общем, походил я здесь, побурился. Вон там все рыбаки рыбачат. Что-то не вижу я никаких шевелений там, чтобы кто-то рыбу ловил. Все просто ходят туда-сюда, с ноги на ногу переминаются. Принял я, в общем, решение идти на глубину все-таки. Сейчас посмотрим там, что творится. Иду я, в общем, на глубину. Здесь вот такая вот жесть творится. Видать, ветер был, лед поломало. Сейчас вроде бы подморозило. Пойдем посмотрим, что там творится. Может быть, там стаи рыбы ходят. А вот так по рыбакам всегда видно, подходишь, куда-нибудь смотришь. Если есть шевеление, тягают, то можно ловить. А вот так, когда просто сидят, смотрят, чаи гоняют, тогда все ясно сразу. Пока движусь к цели, буду по дороге сверлить лунки и смотреть в камеру. Может быть, я где-нибудь здесь поближе нарвусь на стаю. Тогда зачем мне идти на глубину? Кстати, что-то здесь лед тонкий. В заливе лед. Ох ты, ничего себе. Да там раза в три он толще, чем здесь. Ничего себе. Дошел я вот вообще до вот такой жести.
по дороге лунок 5, наверное, просверлил уже. Вот здесь, я так понял, идет бровка. Начинается глубина, потому что здесь вот именно самые такие разломы жесткие. Вот здесь, думаю, можно и попробовать. Потому что там, где шел, я в камеру смотрел, там везде на дне заросли. А здесь, видимо, прям бровка идет. Да, ну, конечно, здесь пробираться тяжко. Бур уже почти до конца вбурил. Не проходит. О, не, есть. Это двойной-тройной лед здесь уже. Фу, блин. Короче, решил, здесь чья-то палатка стояла. Здесь остановлюсь, фу, закормлюсь, буду пробовать. Просто жесть какая-то, пока здесь я лунки засверлил, выдохся аж на. Лед реально больше метра, наверное, здесь. За счет того, что там наломаны кусками. Сейчас будем пробовать здесь ловить. Закинул чуть прикормки. Первая поклевка за сегодня. О, пошла жара. Опа, сошла. Спрыгнула. Ну, вроде бы ничего такая была. Глубина, наверное, где-то 4 метра. Может, 5. Я думал, намного больше здесь будет. Прикормка как работает, а? Сразу поклевка. Ну-ка, сейчас в камеру гляну, что там творится. Ну, видимо, присутствует течение здесь. Потому что мелкую вот эту, то, что рассыпалась прикормка, ее куда-то уносит. Ну, я закинул шарики, сделал. Блин, еще и подождать приходится поклевки. Мимо. И вот только на одну клюет. А на ту еще ни разу не дернула. О. Да что такое? Похоже, что на прикормку мелочь подошла.
Она вот так будет клевать, а подсечь ее просто нереально. Сразу же поклевка. Ух ты, ничего себе! Да это не мелочь, похоже. Не, мелкая. Это мелкая. И все-таки, видать, на прикормку мелочь собралась. О, вот это уже нормально. Вот это уже пойдет. За таким я сюда и приехал. Хороший размер. Народу полно. Кругом. Вот там пусто. Но я туда лицом не сел, потому что там машина стоит. Надо наблюдать тоже. Нет, третью удочку я, наверное, ставить не буду. Потому что я здесь за двумя не успеваю. Мелочь. А может и поставлю, может быть. Так мелочь-то отличима, как клюет. Большая она сразу. Видно, или поднимает, или загибает там уже по-серьезному. Поставлю третью. Буду смотреть просто, где помощнее поклевка. Вот с одним опарышем сразу начинается. В общем, сделал еще одну лунку. Клев прекратился на время. Сейчас я немного прикормил, и вот начало поклевывать более-менее. Но похоже, я опять мелочь сюда приманил прикормкой. Сейчас вот здесь прям сильно клевало. Здесь так она клюет набегами. Стайка подойдет, поклюет. Так что приходится немножко подождать. Ну вот после прикормки сразу начинает. Забыл кукурузу я в машине, маринованную. Обычно на кукурузу крупняк клюет. Придется сходить, наверное. Потому что вот мелочь сейчас вот так будет дербанить без остановки. Опа. Ага, свалилась. На кукурузу она так не будет дергать. Ух ты, здесь уже сидит. Так, попробую следи за тремя удочками. Да что такое? Это вроде бы нормально. Пойдет. Издеваются надо мной малявки эти. Ну а здесь тоже дербанит. И там дербанит. А там тишина почему-то. Ух ты, потянула, потянула.
Ну все, хоть не без клювия. То хорошо. Клюет только в одной лунке. В остальных не клюет, нифига. Хорошая. Вот опять подошла стайка. Но среди вот такой мелочи крупняк редко попадается. Может, попозже, к вечеру, будет покрупнее рыбка клевать. Блин, клев бешеный. Он, по-моему, покрупнее, что ли. Ну да, такая уже пойдет. Ладно, иди. Фиг с ним. Хотелось бы, конечно, еще покрупнее рыбешек потаскать на завялку. Более-менее вот такая крупненькая подошла. Такая уже нормальная, которую можно подзавялить. Блин, не успеваю опустить в лунку. Уже поклевка. Опа. Но это мелкая. Клев прет, короче, на три удочки не половишь так. Все три клюют. Эту даже не успел опустить еще. Там уже рыба села на падении. Уже сидит, ну точно. Я же говорю, до дна не успевает упасть. О. Блин. Ну это ладно, пойдет хоть. Ох, ничего себе, утащило. Не успеваю даже камеру опустить, посмотреть, что там творится на дне. Поклевка за поклевкой. А в другое время он здесь клюет. Сидишь полчаса и ничего не клюет. А здесь он одна за одной.
Ну где крупняк, блин? Что за мелочевка? Хочу крупняк. Блин, и там, и сям. Везде поклевки. Ускакала. Зови толпу крупных. А, здесь уже что-то подсело. Ну, нормально. Вот это нормально. Блин, сразу же поклевка. Не успеваю даже еще одну забросить. О, что-то хорошее. Ух ты. Хорошо тянет. Ага, крупняк. Наконец-то крупняк. Фу, веселье началось. Без передышки. Но пока клюет, надо пользоваться моментом. Не успеваю, не успеваю ничего. Когда клев есть, ничего и заснять ты не успеешь толком. Так. Что здесь у нас творится? А, вон она вобла толпой. Ну, видно, плоховасто что-то стало. Какая-то муть течением, что ли, принесло. Вот она. Вобла ходит. Вот она. Довольно крупная, слушайте. Где клев? Не понял? Она ходит прям по дну. О, какая. Так, прикормку ест мою. Классно. Так, а вот и поклевка. Опа, есть. Да блин, мелочь, мелочь. Мне такая не надо. Клев как отрезала. Но она ходит стаей. Короче, вот так смотришь, там раз начинают дергать, потом раз там начинают дергать, там. И вот так вот местами, вот сейчас там. Но это далеко, не бегать же за ними.
Видите, она плавает здесь. Я прикормил прям сильно, обильно так. А опарыша не трогает. Не знаю, не хочет опарыша вообще. Вот мормышка видно, как висит. И они мимо просто плавают. Даже никак не реагируют. Видели, да, поклевку? На камеру снял. Вот такая мелкая. Нет, это не наш размер. Такую мы отпускаем. Так, что, на другие будет-то клев? Опа, на червя поклевка. Почему-то только мелкая клюет. Крупную вижу, что плавает. Но брать она не хочет. Вот. Мелочь клюет охотно. Ну как охотно? Тоже неохотно. Но хотя бы поклевывает. Да блин. Испортил я ее, короче. Надо забирать. Так, ну... Клев не особый, но рыба-то подошла на прикорм, и много подошло рыба. Еще бы клевать начала хорошо. Так, опять на червя поклевка. Оп, есть. Вот она, оказывается, на что клюет. Блин, какая мормышка странная. Не отцепишь ее. Смотрите, как впивается. На червячка берет. Хоть мелочь, но все хоть не без клюя. Опять снял поклевку на камеру. Подразнил чуть-чуть опарышем. И она все-таки взяла. Но опять мелкая. Все равно интересно, когда клев есть. Не то, что до этого я сколько сидел времени. Ни поклевок, ничего. А ну-ка, подразним опять. Ну-ка, давай, давай. Рыбы полно. Сижу я здесь один такой на льду, а вокруг шакалы воют. Слышите? Классно, чё? Но здесь ситуация, как и с форелью. Одна наживка, вторая, третья. Воблы полно. Вон она плавает. Поклевок нет. Очень редкие случаются, конечно. Ну вот она, вон она плывет мимо опарыша. Ну давай, бери. Нет, оплывает просто. Ну вот перед одной я подергал, она взяла. Не, никак. Вроде бы и толпу я сюда созвал. Прикормка его, на червя поклевка. Ну. Давай, давай, давай. Опа, есть. О, ну нет, тоже мелкая.
Я уже думал, что покрупнее кто-то там. Тоже мелкая. Мормышка у меня, конечно, убойная. Не вытащишь. Если попалась, уже все. Ну, давай. Что это за поклевка такая интересная? Сидит, что ли? Да что ж такое, блин? Где крупняк, смотрите? Порезанная. Может, судак прихватил. Может, еще что с ней случилось. Блин, надо менять эту мормышку. Что-то она вообще убойная, чересчур. Опять поклевка на камеру. И опять мелочь. Вот клюет только мелочь. А вот здоровые проплывают прям мимо. И вообще не хотят брать никак. А мелочь и то нехотя. Но хотя бы поклевывает нет-нет. Так. На червя поклевка. Ну да. Стандарт. Мелкий стандарт. В камере столько рыбы, и крупные нет-нет, приплывают же. А вот брать не хотят никак. О, золотая рыбка. Похоже, рыбе очень понравилась моя прикормка, которую я здесь все дно засыпал. Но вот моя наживка ей никак не нравится. Не хочет. Очень редкие поклевки, и то вот самые мелкие, когда подходят. Тогда берут так еще лениво. Ну, вы сами видели. Днем, конечно, клев поинтереснее был. Днем сразу все три вот так начинали долбить, когда стайка подходила. Ну, червяк, опарыш 50 на 50 примерно поклевки. Но рыба одинаковая, клюет. Похоже, собираться пора. Смотрите, лунки уже там до самого низа начинают обледеневать, не просто с поверхности. Но здесь уже лед нависает кусками, я их потом просто-напросто не смотаю. Все обледенеет. Конечно, была бы палатка, можно было и всю ночь посидеть. В следующий раз приедем с палаткой.
посидим, подождем, когда подойдет крупняк. Ну и, конечно, место сменим другое. А пока я не знаю даже, но еще чуть-чуть посижу, что-то у меня азарт-то есть рыбацкий все равно. Лунка уже обледенела, не залазит. Эх, блин, похоже, не дождаться мне сегодня крупничков. В следующий раз надо будет куда-то в другое местечко ехать и, наверное, так сильно не закармливать, потому что вот этот закорм спровоцировал вот эту лютую кучу мелочевки здесь. Правда, крупняк тоже плавает, вон он, но он вообще не клюет. Прикиньте, я заблудился. А вот так вот идешь, льдины обходишь крупные, туда-сюда, право-лево. И, короче, понять не могу, куда мне идти, где машина стоит. Пробую пультом завести, не достает. У меня уже такая легкая паника. Думаю, ё-моё, посреди водохранилища застрял, потерялся. И сейчас... Все-таки достал пульт. Вон там машина мигает, завелась. Отлично. Фу. Ну а я что хотел сказать? Все, сваливаю. Мелочь достала. Клюет только мелочь. Крупняк вообще отказывается. Просто проплывает мимо там. Его видно, здоровый, все, но не берет никак. Фу. В следующий раз поеду, наверное, на полную ночь. Возьму палаточку маленькую. Попробуем посидеть, поискать крупняка. Я даже не сомневаюсь, если бы я остался ловить там, в заливе, что там я больше бы крупняка наловил по итогу. Но кто его знает на самом деле? Все, еду домой, короче. Ну, неплохо порыбачил, все равно. Поснимал рыбу под водой, нехило. Надеюсь, вам понравилось такое зрелище. На самом деле, когда вот так видишь, что она там реально есть, но просто не ловится, тоже интересно понаблюдать. Но зато моя прикормка отлично работала. Всем спасибо за ваши поздравления и пожелания в комментариях. Вам тоже всего хорошего. С наступающим вас Новым годом. Не забывайте заходить на канал. Ну а я все, отправляюсь домой. Нарыбачился я сегодня на славу. Все, пока-пока всем.